Астраханочка справилась в родных стенах с командой Евгения Трифилова Краснодарской Кубанью 32-30. В составе гостей в течение игры выходили на поле 5 игроков Астраханочки прошлого сезона. 3 из них – олимпийские чемпионки. Звездный состав гостей ничего не смог противопоставить молодому составу чемпионок страны. Хуже всего, когда Евгений Трифилов не кричит, а вот так молчит. Это знают все, кто когда-либо играл под руководством наставника. Эпический безмолвный взгляд короля Трефа – лучшая характеристика отчетной встречи. Когда юная Фиктория Шичкина закидывает такие мячи своей тезке олимпийской чемпионке Калининой, это признак того, что что-то идет не так. Для Кубани, но точно не для Астраханочки. Уверенно играя от защиты с начала встречи, наши гандболистки уже к 13-й минуте игры окончательно выходят вперед. Девочки амбициозные, хоть у нас и омолодилась команда, у нас все равно девки амбициозные, мы это показываем, мы боремся, мы деремся. Без победы, я думаю, мы не уйдем сегодня. Все 5 олимпийских чемпионок в составе Кубани в этой встрече не были похожи на самих себя. Удивительно пассивна была в атаке Полина Кузнецова. Не держался мяч в руках у сестер Желинскайте. Опытнейшая Екатерина Маренникова не сбивает 7-метровый, не попадая даже по воротам. В отличие от своей коллеги по амплуа Анастасии Рябцевой, ненадежно в воротах стояла Виктория Калинина. Как ты думаешь, есть какая-то недооценка со стороны игроков Кубани в сегодняшнем матче? Ну, не знаю, это надо у них спросить. Ну, не помогают вратари, а так нормально, они борются, играют. В начале второго тайма Евгений Трифилов на своих подопечных уже не реагирует. Мишенью мэтра стал судейский корпус. Те отвечали взаимностью в виде желтых карточек или двухминутного удаления. Успокоить буйство Трифилова в эти минуты смогла только Виктория Калинина. Калина сейчас самая старшая в команде, как я понимаю, поэтому ну, к ней другое отношение немножко. Может ли Астраханочка в целом повторить успех прошлого сезона? Не, ну, судя по сегодняшней игре, наверное, может. У нас еще много времени впереди, Лига чемпионов, у нас будет игровая практика с хорошими клубами, с хорошими командами, поэтому да. В гандбол играют не имена, а люди. Обновленный состав Астраханочки уже взял в чемпионате 4 игры из 5. Второе место в Суперлиге на предварительном этапе и уверенность, что эта команда может дать бой кому угодно. Артем Лепехин, Вадим Матасов, Центр новостей. У меня к этому часу все еще.